Всем привет, друзья! Как и обещал, сегодня будем взрывать классные петарды. Добивать будем эту миску. Чтобы не просто так взрывать петарды, будем добивать миску. Поэтому сегодня вот такая кастрюля, миска, которую мы не добили с прошлых серий. Еще есть куча много различных петард. И также я обещал, буду взрывать практически в каждом видео какую-то вот такую гранату цветную с дымом. Всем они нравятся, мне тоже очень нравятся, поэтому я их буду чаще покупать, тестить, и будут классные видосы, насыщенные, интересные. Что ж, давайте начнем. На сегодня у меня есть вот такие петарды. Давайте я вам покажу. Есть Кобра, КП-1000С. Всегда, ребят, перечисляю, какие петарды. Может быть, кому-то какая-то петарда понравилась, поэтому я называю ее название, чтобы вы вбили в поиск и могли купить по возможности, если в ваших магазинах такое продается. Так, это К-77, пиратка FP-15, Максимовская П-2000, комета Джамбо К-1253, розочка от Фурора со взрывом П-23, что вот у нас, П-2000, ПТ-7, Агенция Свято, П-200. Так, это в карман положим. В прошлой серии были другие петарды, так что советую посмотреть. И были классные дымовушки в разных сериях. Было очень интересно. No Limits большая. Так, пока оставим здесь. И вот такая пулеметная лента. Давайте с нее, пожалуй, и начнем. Так. Будем продолжать. Смотрите, как мы тут разбомбили. Была травка, уже нету. Так, берем, ставим пулеметку и погнали. За пулеметкой пойдет Кобра вот такая. Класс. Люблю такие взрывы. П-2000. Расчищаем здесь место. Так, П-2000 быстро взрывается, поэтому отойдем побыстрее. Так, и камеру на всякий случай подальше. Полет поскакала. Так, возьмем No Limits, забахаем, будем в разнобой, чтобы миска по-разному летала. Так, бахаем No Limits вот такой. На дереве чуть здесь не застряла. Так, так. Давайте дальше. Так, это у нас не взорвалась К-03. Давайте ее попробую туда бросить. Есть взрыв. Пойдет Роза со взрывом под миской. На очереди Джамбо. Поставим стоя. Класс. КП-1000С.
чуть-чуть не заснял, но было не очень высоко. Так. Капсула такая К-77, по-моему. Есть. Пиратка. За пираткой пойдет супер мощная П-23. Вот такая. Крепкий корпус здесь и очень много флеша. Взрывается просто мощь. Поставим стоя. Есть. П-2000. Агенция Свято. Во. Ездрю. П-200. Ездрю, хорошо. Берем дальше большие петарды. Осталось не так много, но, в принципе, есть супер мощные. Так, здесь будет у нас Crazy Robots вот этот. Поставим стоя. Ох, лупанет так лупанет. Капец. Далеко полетел. Будем искать. Вот она. Миска наша. Так, смотрим. Вот здесь бахнем следующую петарду. Crazy Man вот этот. Не, давайте Crazy Man напоследок. Сейчас бахнем Corsair 8. Во. Очень мощный. Посмотрим взрыв. Есть. Бомбанули. Так, и теперь одна из самых мощных петард на сегодня будет вот этот Crazy Man. Вот так его поставим. Ох, он, конечно, даст сейчас жару. Ё-моё. Реальный полет. Так, идем. Идемте искать. Есть такое дело. Так, ну и осталась у нас граната. Последняя. Давайте гранатку вот здесь затестим. Думаю, будет хорошо видно дым. Вот так. Вот такая белая граната. Во. Поехали.
Куда? Прогорает, ребят. Что-то горит. Не взрывается. Наконец-то догорело. Не знаю, почему дыма не было видно. Иногда не срабатывает, но что-то очень долго горело. Может быть, прострелил? Напишите в комментарии, что с ним было не так. Я не разбираюсь в этом. Может, кто шарит в таких делах, напишите обязательно. Вот такие шкурки остались. Что ж, ребят, вот так мы повзрывали миску, смотрите. Еще повзрываем мощными петардами напоследок, чтобы она разорвалась. А еще, может быть, возьму гранатки. А если вам это будет интересно, пишите слово «хочу» в комментарии, чтобы было продолжение этой рубрики с этой миской. Пишите, что думаете по поводу сегодняшнего видео, понравилось или нет. Какие петарды брать на следующий тест, что вы хотите видеть на моем канале. Надеюсь, видос вам понравился. Обязательно, ребят, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. Подпишитесь на второй канал, ссылка на него будет вот здесь, напоминаю, ссылочка. Также внизу в описании под видео. Заходите, смотрите, на втором канале классные петарды взрываю, как и здесь. Много всего, там стиральные машинки, баллоны, бидоны. Короче, очень мощную пиротехнику, поэтому и ночные взрывы есть. Поэтому, ребятки, заходите, смотрите. Думаю, вам там будет что посмотреть, часто стараюсь выпускать, поэтому поддержите канал лайком обязательно. Набираем 2000 лайков, выходит продолжение взрыва этой миски. Вот так мы ее потрепали, еще раз напоминаю. Попробуем ее добить в следующей серии, посмотрим, что получится. А вы подпишитесь обязательно на канал, посмотрите здесь 4 ролика и ждите следующее видео, они тоже классные, выйдут. Что-то придумаю новое такое интересное, по вашим просьбам что-нибудь посмотрю, что вы писали в комментарии, и что-то такое сниму. Что ж, надеюсь, видео вам понравилось. Пока-пока, жду следующих видео.